Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Так, а меня все-таки в Лигу самураев две звезды скинули. Как я мог понять? Давай-ка здесь откроем пак. Кто у нас там? Ага, железная голова. Понял. Так, задание. Здесь забираем. Сразиться в боях. Пройти одну серию испытаний. Подожди-ка, насчет боев. Нам нужно прокачать на сплинтера кое-что. А ну-ка, иди сюда. И это, да-да-да, именно слово сенсея. Ё-моё. Да, тут самая, наверное, долгая прокачка у нас будет. Ладно, давай попробуем найти куклу Дарума. Нужно 5 штук. Одна есть. Ну и все, да, наверное, только одну. Понятно. И вот начинается самое сложное. Найти 4 куклы. О, вторая выпала. Третья. Вау. Давай тогда уже четвертую сразу же. Че же? Все. Прекрасно, друзья мои. Так, с куклами. Блин. Оказывается, нужно было еще одну. Во, все. Так, с куклами мы разобрались. Теперь нам нужно вот эти вот, я не знаю, пульты или сканеры. Наверное, это сканер какой-то определенный. В принципе, мы уже с тобой сделали задание, поэтому давай, наверное, будем забирать награды и поиски уже продолжим в следующей серии. Так, поднять уровень персонажа и пройти одну серию испытаний. Так, уровень персонажа. У нас сколько? 24 тысячи мутагена. Ванька, сколько тебе нужно? Подожди, а при чем здесь Ванька? Мы хотели прокачать Супер Шреддера. 26 тысяч нужно. Не хватает чуть-чуть, да? Тогда придется Ваньку. Или кого? Подожди секунду, сейчас глянем. Блин, я даже не знаю. Давай Ваньку, фиг с ним. Так, и нужно пройти одну серию испытаний. Но это проще всего. Так, кстати, жетоны. Зачем я полез на сюжетку, скажи-ка мне на милость. Так, ну что, здесь можно взять, ну, любой, ребята, уровень. Тут, в принципе, особой разницы не играет. Сейчас быстренько с тобой их тут разбомбим. Заберем все оставшиеся награды и уже пойдем, как всегда, на арену. Начинаем с арены. Так, тихо. Джастин, ты готов отдуплиться? Нормуль. Да, быстро меня, конечно, сбросили до Лиги самураев. Две звезды. И главное, чтобы не ниже. То есть это нам сегодня нужно будет с тобой добраться как-то до сёгунов. Постараться. Так, что у нас тут? Ну-ка. Фиговенько. Блин, у них еще отложенная смерть стоит у этих кланфутовцев. Это немножко меня будет напрягать. Так, давай-ка, наверное, мутагеноида накажем. Шикарно. Так, теперь Бибов хочет у нас... Да вы достали уже, а, кланфутовцы? Ну... Блин, он еще и провокацию взял, а ты посмотри на него. Че такое, не пойму. Не слишком ли они часто ходят? А, у него месть стоит. Я думаю, что он все время ходит после каждой атаки. Понятно. Ну что, давай тогда апперкот сделаем. Но постепенный урон, к сожалению, не повесили. Слушай, он меня заколебал уже, а? Так, а этот делает уклонение. Сейчас фиг попадешь по нему. Слушай, он меня заколебал. Давай его уберем. Он со своей местью просто достанет. Так, ну а теперь этого. Ага, попали. Ну все, друзья мои. Серию испытаний мы с тобой прошли. Не сказать, что быстро, но прошли, главное. Так. Забираем наши награды. Прекрасно. Так, в магазине у нас есть что-нибудь? К сожалению, нету. По монетам. Угу. Все плохо. По жетонам пока тоже ничего хорошего, потому что нам нужно 10 жетонов еще. Кстати, 10 жетонов. Мы же можем с тобой здесь неплохо сейчас хапнуть. А почему бы нам и не хапнуть, да? Подожди-ка, Ваня и Джастин? Разве так должно быть? Насколько я помню, здесь, когда мы дрались, у меня вроде бы был Змейковьюн и Зек. Плюс Армагон. Подожди, к секунду, здесь что-то не то. Либо я не досмотрел хорошенько, либо... Сейчас глянем.
Так, бесплатно. А, ну да, да, я понял, друзья мои. Ванька-то у нас уже 81 уровня, а я что-то до сих пор думаю про Змейковьюна. Да, раньше стоял у меня Армагон, Зек и Змейковьюн. А теперь все поменялось. Теперь у нас Ванька и Джастин во главе Армагона. Ну, давай посмотрим, насколько хороша эта команда и как она быстро будет сносить. Ну, здесь-то понятно. Самая сложность будет на последних, ребята, этапах. Здесь, как ты видишь, мы его вырубаем вообще на изи. Так, это была вторая битва, да? Сейчас мы переходим с тобой на третью. Так, 60 жетонов получили. Обожаю вот эти, ребята, испытания, где дают жетоны и где дают нам эти телепорты. Так, тихо. Давай-ка, наверное, тройным ударом сейчас, тройным укусом попробуем наказать. Ух. Сила воздействия, да, он активировал. Ванек, ну-ка давай пулеметочку. В плане, ты даже и не попал, а ты, Джастин, нормуль. Так, ну что, предстоит еще один бой, последний. Там, кстати, по-моему, насколько я помню, дается нам 100 жетонов. Что тоже очень хорошо. Ну-ка, вот. Погнали. Сейчас мы быстренько с тобой разбомбим. Быстренько, если, конечно, получится. Давай тройным укусом. Это для начала. Раз, два, три. Вау. Слушай, я думаю, что ему крышка. Так, Ванюк, давай кастетом. О, как слабо ты ударил. Ну-ка, Джастин. Кого-то все-таки уронят. Нет, смотри-ка, никого не уронили. Армагон, ты его повалишь? Первый раз за все это время, что я играю, ребята, никто у меня не упал на Змейковьюне. И это прикольно, потому что это своего рода маленький такой челлендж, испытание. Ну что же, теперь там не хватит. Давай-ка мы идем с тобой в магазин. Предметы. И что мы хотели с тобой? Да-да-да-да, именно вот это. Есть контакт. Ну что, друзья мои, а вот и Леонардо Видение, который готов прокачаться на четвертую золотую звезду. И это очень круто, и у него открывается «Никогда не склоняйся». Лео демонстрирует, что настоящее лидерство начинается с гибкости. В начале хода есть 10% вероятность улучшить уклонение на 25%. Но 25% я не скажу, что это круто. Но в дальнейшем, если мы будем повышать уровень, это будет классно. Причем у него появится, по-моему, еще одна массовая атака. То есть у Лео Видения будет две массовые атаки. Первая — это град-стрел. А вторая — это опасная тыква. По-моему же это... Да, разрушитель. Если есть вот это слово «разрушитель», это значит, что атака будет массовая. Ну, давай ему уровень поднимем еще. Поднял, ага. А что? А, 28 мутагена. Тьфу-ты, я смотрю сюда, думаю, 1970, думаю, как раз хватит. Нет. Ну что, друзья мои, Леонардо прокачался на четвертую золотую звезду, а мы с тобой... А что мы с тобой? А мы с тобой, наверное, пойдем, да? Мы пойдем на арену. Так, Лига Самураев, ранг 44-й. В принципе, не так низко сбросили нас с пьедестала, поэтому сейчас будем с тобой обратно туда карабкаться. Всеми правдами и неправдами. Так, Савелий у нас здесь. Савелий, у него, я смотрю, 41 уровень, да? Ну, тут, ребята, можно даже немножечко... А почему немножечко? Я не хочу немножечко, ребята. Я хочу хорошечно отыграть всех своих бойцов. Во-первых, получить как можно больше кубков и, соответственно, пройти как можно дальше. И в этом деле нам будет помогать с тобой, естественно, Армагон. Хотя здесь можно было бы взять и другого кого-нибудь. Например, тот же самый Усаги или Леонардо. Ну-ка... Ой, тут, ты сам понимаешь, сейчас будет такой замес. Он будет одного за другим кромсать. Ну и тем самым мы с тобой будем продвигаться. Поэтому 10 минут этого видео ты можешь просто промотать. Так что двигаемся дальше. И мы уже на 16 позиции. Так, давай-ка выберем кого-нибудь. Так, а может быть паролем? Может мне... Вот, видишь, 14-18. Так, Юко. Ну что, берем обратно Армагона, и с ним пойдет уже
Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Пока у противника уровень 44-45. Армагон вплоть до 60, наверное, 5-69. Будет справляться в соло. Да, только за счет него вот эти вот все слабенькие персонажи будут продвигаться вперед. Так, сейчас мы посмотрим, куда мы перейдем. Нет, слишком долго у нас, ребята, идет движуха эта. Нет, дай-ка мне 14-18. В идеале, конечно, лучше бы получить 15-19. Но что-то мне подсказывает, фиг они мне сейчас это все дадут. Это будет тогда слишком круто для них, да? Так, ну что, мы с тобой отыгрываем 40-е уровни пока. Там 50-е на подходе, потом 60-е. Так что Армагоша пока будет веселиться. Потом, друзья мои, у нас испытание. Испытание сегодня будет День Дони, насколько я помню, да? В тот раз мы с тобой его проходить не стали. А в этот раз, наверное, пройдем. Потому что нам нужны там черепашки. Особенно Дони Космос. Так, ну что, самурай 3 звезды, ранг, как ты видишь, у нас 81-й. Ну что, пора нам, наверное, с тобой рвануть до Лиги Мастеров. Ну дайте мне 15-19, а? Что он так... Жалко, что ли? Они хотят. Вот уперлись рогом в этот 14-18 и все. Ну ладно. Юсуф. Давай возьмем Юсуфа. Так, у нас, слава богу, пока еще 24 отката. То есть на 24 боя нашего Армагоши здесь хватит. А нам большего и не надо, да? Возможно, там придется в дальнейшем уже делать не один откат, а два. Все зависит от того, как будет расти у нас противник по уровню. Пока разговор короткий. Берем валун, бросаем, враг падает. Все, мы с тобой проходим. За счет вот этого момента, соответственно, мы продвигаемся таким образом. И, кстати, спасибо за теплые слова тем ребятам, которые пишут, что мои тактики работают. И они, пускай даже не точь-в-точь делают, как я, но по возможности стараются. Это, наверное, самое лучшее, что можно услышать. Так, ладно, давай попробуем. Да ну. Ну вот 15-19, ну что же вам так тяжело мне дать 15-19? Это же такая малость. Не хотят, ладно. Александр, значит, Сашка, да? Берем Армагона. Берем с тобой Армагона. И раз, два, три, четыре. Мы еще до сих пор 40-й уровень отыгрываем, прикинь. Сколько их у меня много. Раньше было у меня 50-х очень много, теперь 40-х. Да и противник тоже, я смотрю, не особо сильно растет. 43-й уровень у него, 44-й там. То есть для нас это просто пушечное мясо. Мы с тобой и отыгрываем одновременно, да, своих слабых персонажей. И продвигаемся, продвигаемся к нашему топчику. Конечно, хотелось бы уже в Лиге Сёгунов находиться. Где-нибудь на трех звездочках. Потому что, ребята, сегодня начинается работа. Две рабочие ночи, точнее, да. И это... Этот видосик выйдет уже не сегодня, когда я снимаю, а завтра, потому что сегодня я уже не успею его выложить. Так, ну что же, кто у нас тут, что? Давай посмотрим, Пит, Ванька, Рафаэль, ну-ка, валунчик. Уже 48-й, кстати, уровень у них, смотри-ка. Но Армагона это нисколечко не пугает, не останавливает, и он как пер бульдозером, так сказать, так и пропирает до сих пор. Ревет их всех на месте. Так, ну а мы тоже с тобой стремимся ворваться в Лигу Сёгунов. Так, хорош, ребята, вы... Вот, уже хотел было ругаться. Это у нас Александр. Александр, Сашка. Слушай, ну еще приличное количество тут персонажей у нас. Мы уже дошли до 45-х уровней, а у врага, по-моему, ближе к полтиннику. Если уже не полтинник. Ребята, уже полтинник, даже 51 уровень там идет у некоторых бойцов. Опять же, нам на это плевать, я сказал. До 65-69 уровня, по-моему, Армагоши справляется со всеми идеально. Когда уже начинается 70-71, там, да, там могут быть косячки. Так, ну что, друзья мои, мы с вами в Лиге Сёгунов, пока одна звезда. Но ничего страшного, у нас еще есть время. А 15-20 не дадут мне? Не? Слишком скажут... Борзый ты парень, 15-20 захотел. Нет, ладно. Андре Луис. Вот кто у нас выпадает.
Мы, естественно, принимаем его вызов. И раз, два, три, четыре. Так. А что у нас там на Доне? Кого нам надо прокачивать помимо Дони Космос? А, Донателло Видение, по-моему, да? Он у нас не прокачанный, насколько я помню. Тыдич. Ладно, не беда, сейчас мы с тобой закончим эту арену и пойдем уже, как говорится, проходить события. А потом придется 2 дня ждать, ребята, для того, чтобы у нас произошел откат на платиновое испытание, да? И там еще одно испытание. Так, Самуэль, ну, я не знаю, давай еще раз попробуем. Может быть, дадут все-таки 15-20. Не. Не хотят. Жаль, жаль, конечно. Так, что? Строительство? Это ж надо так называться. Строительство. Окей. Раз, два, три, четыре. Вот таким вот образом. Ну что же, погнали. А почему бы нет? Так, тут у нас... Да, не все девочки. Сейчас Армагон устроит тут карнавальную ночку. Он даже не всплакнул, даже не вспотел, ребят. Просто взял валуном и все. Я тебе говорю, можешь сразу 10 минут проматывать. Потому что здесь в ближайшее время будет только так... О, 15-20. Только такая тактика. Валун падает, двигаемся дальше. Валун падает, двигаемся дальше. Здесь не будет никаких там, если ты ожидаешь честных боев, то есть, ну, на равных. Такого не будет. Это будет у нас уже на испытании. Вот там, да, там придется... Да и то где-то ближе к концу. Замечательно. Я не знаю, ребят, сегодня, конечно, хотел поснимать дракона всадники Олуха, но я так понимаю, что у меня не получится. По времени не успеваю. Сейчас сколько времени? 6 часов вечера, уже 7. А мне надо в 7 часов уже выскакивать. Поэтому не получится. Завтра, если проснусь пораньше, возможно, да, возможно, снимем. И будем надеяться, что там у нас появится новое какое-нибудь испытание, событие. Ну, если даже и не будет, у нас есть всегда арена. Так, ну что у нас тут получится? Все, как всегда, Армагон на высоте. А противников валит одного за другим, так что все, нормуль. Так, давай посмотрим. Слушай, ну я думаю, что мы сегодня приблизимся к Лиге Сёгунов 3 звезды. И это, кстати, будет... Это будет, кстати, очень хорошо, потому что там останется совсем чуть-чуть до Лиги Мастеров. Думаю, к концу недели, а именно на длинных наших выходных, длинные выходные будут через 2 ночные смены, мы с тобой как раз попадаем, что у нас там выходит. Так, я уже забыл, что за день недели сегодня, по-моему, среда, да? Сегодня среда, четверг, работаем, пятница, суббота, воскресенье, да. Мы с тобой захватываем пятницу, субботу, воскресенье, но в понедельник опять с утра. Поэтому опять буст у нас, ребята, не получится. Блин, обидно. Обидно, что буста не будет, а? Опять придется мне из кожи вылазить, чтобы все это наверстать. Ну, ладно, ничего страшного. Нам что, впервые, ребята, да? Вспомни раньше, когда мы вообще с тобой заканчивали эту арену. Ой, я уже молчу. Мы даже не то, что в топчике там. И в самураях были, и в сёгунах были. В мастер, когда мы с тобой доходили до 1 звезды, это был просто фурор какой-то, я не знаю. Это сейчас нам нужно обязательно с тобой попасть в лигу мастеров 3 звезды, для того, чтобы получить полную награду, которую здесь дают за арену. И всего лишь-то. Но награда, ты сам понимаешь. Мы сейчас в последнее время с тобой боремся за что? Что нам нужны? Платиновые осколки. Потому что золотых, серебряных осколков у нас просто с тобой с головой. А вот платиновые, они нигде не даются, только лишь по истечению недели. И как ты понимаешь, 75 платиновых осколков нужно очень много, чтобы прокачать одного персонажа на платиновый ранг, который требует 400 платиновых осколков. А за неделю ты получаешь всего лишь 75. Вот, делай выводы, сколько нужно времени, чтобы прокачать одного персонажа, ребята. А у меня их, ё-моё, у меня их дофигище просто.
И это я тебе говорю только про именно платиновый ранг. А сколько нужно элементов для того, чтобы прокачать им скиллы на седьмую ступень, а? Ты про это тоже не забывай. То есть, да, тут еще очень, ребята, очень много всего нужно достичь. Мне лично. Считай, да, мы уже сколько? Третий год играем. Третий год. Без донатов, без всего. Один раз мне только вот человечек оплатил в самом-самом начале игры. Он мне оплатил додзе. Предложил, так сказать, жест дружеский сделал. Я не отказался, ребята. И один месяц мы с вами... Но я тебе скажу, там особых каких-то плюсов или какого-то супер-пупер буста мы с тобой не получили. У нас было доступно додзе, где мы могли с тобой взять дополнительный мутаген. По-моему, там доллары. И каждый день или каждый конец недели выдавался персонаж Эйприл Кунаичи, по-моему, если не ошибаюсь. Так что, ребята... И то же самое, как ты знаешь, у нас происходит в драконах, да, всадники Овуха. Мы тоже с тобой взяли премиальный пак, да, наездники драконов, как говорится, на месяц. Правда, потом сказали, что по истечении месяца мы вас предупредим, чтобы вы смогли отключить премиум подписку. Но этого не произошло, поэтому мне автоматически перевели на второй месяц. Но, как я тебе уже говорил, 21 апреля премиум аккаунт там скидывается. Потому что по 618 рублей в месяц я как бы платить со своего кармана не хочу, друзья мои. Будем дальше потихоньку, полегоньку, да, будет тяжело, но что поделаешь. Если вдруг будет какая-нибудь акция или еще что-нибудь, то возможно, может быть, еще раз подключимся. Конечно, приятно получить каждый раз по 2 сундука, по 2 награды и так далее и тому подобное, да, и крутить по 2 раза колесо, которое дается там за испытание. Это, конечно, очень круто. Но ценник, все в ценник, ребят, упирается. Так, ну что, довольно неплохо идем. Особенно, когда начинаешь о какой-то теме думать, да, ты вообще не замечаешь, как, ребята, игра протекает. Она просто пролетает очень быстро. Так, ну что, мы с тобой уже добрались до Лиги Сёгунов 3 звезды, что меня очень радует, и хотелось бы попасть... Где-то в 50-е место, но вряд ли, ребята, получится, потому что у нас вообще остается... Раз, два, три, четыре. Последний бой будет у нас, да? У нас с тобой будет сейчас последний бой, и мы будем уже идти на... Куда? Естественно, на события, на испытания. Так, бросим валунчик. Бумс, и все, они рассыпались. Естественно, тут идеальная победа, и мы рвем дальше копыта. Так, какое место нам дадут? 82-е, ну да, ребята, максимум где-то 70, наверное, первое мы получим. 71-е или 75-е, что-то вот в этих кругах. Ну, тут Усаги делает свою козырную вертушку. Ну, а Армагон, как обычно, делает добивку. Два тут остались. Бакстер и Ванюша. Все, все, ребята. Ну что, для меня лично неплохо. Неплохо мы с тобой прошли. То есть в Лигу Сёгунов мы попали. 3 звезды. То есть сам понимаешь, да? Ну, в следующей серии, конечно, меня отсюда сбросят. И опять придется подниматься наверх. Но тем не менее, мы приблизились к Лиге Мастеров. Можно так сказать. Так, я еще, правда, вот здесь вот не смотрел рекламу за энергию. То есть 10 откатов у меня просто пропадает. А этого нельзя делать. Ну что, идем на испытание. Космические странности мы с тобой прошли. И остается день Дони. Короче, Леонардо Видение. Ага, ролевой Дони еще нам нужен. И Дони Космос. Ну, так как нам дают здесь очень слабеньких персонажей, мы с тобой максимум можем, наверное, дойти до неролевого. И все. Ставим, короче, с тобой на автобой. А там я, наверное, скорее всего, просто буду делать фарм. Угу. Так, скорее всего, с тобой и поступим.
Ну, тут, понятное дело, все легко и просто, потому что уровень противников 10. И, соответственно, мои бойцы их просто валят с одного удара. Ну и награды здесь так себе. Ну, для меня, по крайней мере, в данный момент. Когда мы только с собой начинали проходить эти испытания, конечно, это было бы круто, потому что ты хобана прошел и получил сразу Донателло фильм. А когда он у меня и был не прокачан, ну согласись, это приятно получить ДНК на персонажа, который тебе нужен. Это сейчас они прокачаны все. Так, давай-ка массовый, наверное, сделаем удар. Тыч. Упали. Так, здесь у нас есть что-нибудь? Есть. Отдуплились. Тут массовой атаки, к сожалению, нету, да? Вот так вот здесь только сделать. Все. Здесь тоже, конечно, нам дадут то, что у нас уже есть. Эти ДНК у нас присутствуют. Это Донателло. Донателло, я не помню, Донателло видение у меня прокачан полностью на 5 звезд или нет? Хоть убей, не вспомню сейчас. Смотреть не буду, ребята. И вспомнить не могу. Так, 30 уровень уже у противников. Все равно это для нас ерунда. Давай так сделаем, волну. Я обожаю вот эти вот массовые атаки, потому что они наносят огромный урон, причем всем, а не одному какому-либо персонажу. Ты чё? Ну-ка, если так. Все. И, соответственно, быстрее с тобой проходим все вот эти вот стычки. Так, ну что, Донателло видение. А вот Донни ролевой. Донни ролевой. Блин, вот я не могу понять, у нас 40 уровень. А вдруг мы с тобой сможем пройти все это испытание? Нет, вряд ли. А вдруг пройдем? Вот как быть? Не хотелось бы просто в холостую тратить сыр, потому что я могу пойти сейчас в космические странности и там пофармить те же самых космических черепашек, понимаешь, да? К чему я клоню? Не хотелось бы просто фейлить в холостую наш сыр. И в то же время тут 40 уровень. А событие у нас какое? По-моему, идет 4 по счету или 5? Донни ролевой. Раз, два и три. Ну, я не знаю, ребят, мне кажется, не стоит. Мне кажется, не стоит здесь убивать сыр ради Донателло Космос. Проще нам с тобой, я тебе серьезно говорю, пойти вот сюда вот, вот сюда, и здесь фейлить. Давай, короче, мы сделаем так, но ты напиши в комментах мне, хочешь, чтобы я прошел то событие полностью, или же я правильно делаю, что пытаюсь пофармить именно здесь. Да что ты, вы издеваетесь сейчас надо мной? Еще две попытки, ребята. Так, Майки Космос выпал, две штуки. Так, кружка. Кто-то говорил, что сыр можно этот купить. Ну смотри, 100 штук, 500 баксов. Блин, это дорого, ребят. Это серьезно дорого. 100 штук, да? $500. То есть это получается, если мы с тобой за один бой 10, это всего лишь 10 боев, ребята. Но ты не забывай, что у нас еще телепорт тратится. Да-да. Так что это такая кругленькая сумма получается у нас. Так, ну что, друзья мои, наверное, и все на сегодня, да? Получается. Поиграли. Завтра, я тебе говорю, если мы успеем, наверное, пройдемся по арене. И если что, если вы напишите, чтобы я прошел полностью вот этот эпизод День Донни, то мы его пробежимся. Ну, по крайней мере, попытаемся. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.